украшения сарматов и скифов в музее ПГУ. Фибулы, что-то вроде булавок, браслеты и бусы – это находки наших археологов. Украшения древних народов – взгляд в историю Приднестровья на тысячи лет назад. Музей археологии ПГУ. На стеллаже сарматские украшения. Им порядка 2000 лет. В основном их находили в женских погребениях. Бусы и браслеты делали сарматские мастера. Они изготавливали бусин из рога животных, из различных ископаемых смол, например, из гагата, например, из янтаря. И даже вот если вы на них посмотрите, вот на эти бусины, они отличаются цветовой гаммой, формами. Здесь же сарматские фибулы. Это что-то вроде булавок для одежды. А эта фигурка барана была на ручке зеркальца. Его оставили рядом с умершим. Похожий ритуал был и у скифов. Из скифского кургана это бронзовое зеркальце. Во время погребения проводили обряд. Умер человек, умерла его душа, надо зеркало деформировать, потому что это вместилище его души. В скифских захоронениях часто воины с оружием, лошади в богатой сбруе, а рядом с женщинами много украшений. Но своих ювелиров у скифов не было. Все это они покупали у греческих мастеров. Женщины носили две серьги, мужчины одну. И те, и другие браслеты. А это женские бусы. Вот мелкие, вот на низках, это бисерины. Это, ну, по сути, это маленькие-маленькие бусинки. Они сделаны из стекломассы. Вот эти вот изделия покрупнее, это, ну, как бы бусины. Они разных форм, разных цветов. Ну, и в основном они все из стекла. Им придавали эту форму? Конечно, им придавали эту форму, когда изготавливали. Иногда в женских погребениях находили сумочки с украшениями. Считалось, что они пригодятся своим хозяйкам и в загробном мире. Кроме украшений, в музее ПГУ много еще интересного.